Всем привет, это обзор наушников Xiaomi Hybrid Pro последнего поколения. Наушники хорошие, качественные. Длинный обзор делать никакой не буду. Просто опишу общие отзывы. Как-то ни странно, на моем Redmi Note 3 Pro наушники на правом ухе дают сбой и шипят, на ни одном другом телефоне они так не работают. То есть то ли сбой непосредственно у меня с прошивками, то ли у меня сбой непосредственно с джеком 3.5 аудиоразъемом. Черт его поймешь, потому что другие наушники работают с ним нормально, а вот эти выдают какой-то лишний шум. Как будто они там порваны, плохо контактят, непонятно. На других там, на Meizu работает нормально. Да и на таком же Redmi Note 3 Pro у сотрудника, у друга все работает великолепно. Так что в чем здесь косяк, я так определить не смог. Одно из предположений — это то, что в прошивке еще не стоит эквалайзера для данной модели наушника, есть только для прошлой. Может быть, каким-то образом эти наушники, ну я не знаю, может быть по чипу здесь, хотя здесь особо чипа-то никакого нет, или, я не знаю, по сопротивлению не хотят нормально работать пока. Ну, ладно, я думаю, больше с этим проблем не будет. Основная проблема оказалась в том, что эти наушники очень плохо лезут в ухо, по крайней мере, в моем случае, да и в случае у нескольких моих знакомых пришлось докупать такие елочки тройные, потому что каким-то причинам, с основной насадкой, с обычными, наушники выпадают, они, им как будто не хватает длины сидеть в ухе. И, соответственно, они очень легко из уха выпадают, не создавая никакой герметичности, и, соответственно, нет никакого качественного звука. Собственно, вот такая беда. В принципе, по качеству звука наушники очень хорошие. Конечно, не хай-фай, но качество довольно-таки высокое. Советовать можно. Xiaomi, как всегда, молодцы. Спасибо за внимание.